Собчак заявила, что у 37-летней Светланы Лободы сексуальная стервозность. Однако певица опровергла слова экс-ведущей «Дома-2». Сегодня шоу Максима Галкина сегодня вечером было посвящено Лободе. В студии Первого канала собрались звезды шоу-бизнеса, друзья Светланы, Наталья Ионова, Надежда Мейхер, Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Александр Ревва, а также продюсер Натела Крапивина. Вначале Максим усадил суперзвезду между собой и Филиппом Киркоровым. Однако блондинка попросила, можно мы поменяемся местами. У меня рабочая сторона другая, и я об этом думаю. Таким образом Галкину пришлось сесть рядом с бывшим мужем Аллы Пугачевой. Ведущий шоу поинтересовался у блондинки, как она относится к возрасту. Я в последнее время поняла, что если ты влюблен, то тебе вообще не важно, как ты себя чувствуешь сегодня по твоему возрасту, пояснила Лобода. Если раньше я думала, что стареть, это очень страшно, то сейчас думаю о другом. Я думаю о том, как можно то состояние, которое здесь и сейчас, продлить максимально дольше по времени. Потому что и глаза горят иначе, и чувствую себя хорошо. Максим отметил, что Ксения Собчак тут же спросила бы, а в кого ты влюблена? В кого? Ну скажи. Ксению Собчак мы уже съели, с улыбкой заверила Светлана. После этого по просьбе Галкина был показан фрагмент YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», в котором супруга Константина Богомолова высказалась о сексуальности певицы. Это именно секс воинствующий. Потому что Вера Брежнева, Виагра, Глюкоза – это все другие. Тоже очень сексуальные, очень красивые женщины. Но у тебя единственный на постсоветском пространстве есть энергия сексуальной стервозности. Какой-то кнут у тебя за спиной спрятан, заявила Ксения. Максим подчеркнул, что он не согласен с эпатажной телеведущей. В твоей сексуальности вообще нет никакой стервозности. Есть соблазнительность, манкость, пояснил он. Галкин отметил, что у некоторых российских певиц появлялась злость на лице. Исполнительницы думали, что если они смотрят злобно, то это сексуально. По мнению Максима, у Светланы мягкая сексуальность. Я же мамочка. Когда ты рожаешь и рожаешь, с каждым разом ты становишься мягче, раскрыла этот секрет Лобода. Светлану связывают с Пугачевой теплые дружеские отношения. В январе Алла Борисовна вместе с мужем побывала на сольном концерте экс-солистки группы «Виагра» в Москве. Весной исполнительницы поддержали финалистов детского голоса. А в августе Лобода рассказала, как Примадонна уговорила ее отбросить смущение и спеть хит «Живи спокойно, страна».